Всем привет! Смотрим очередной трактор. Сегодня воскресенье, 14 апреля 2019 года. Мы от Твери, 360, Ярославская область, город Тутаев. Кстати, родина Романовской овцы. Нашел я по Авито такой трактор ТЗ-80. И что-то он не приглянулся. Я приехал его посмотреть. Переднее колесо это будет у нас ходить нормально. Капотик он маленько подгнивший. Генератор рабочий. Радиатор я смотрел, все чистенький, живой. Единственное, вон с краника маленько капает. Но это либо залудим, либо перепаяем. Двигатель, это я думаю, что стоит с косилки немца, потому что вот он не по цвету не подходит, и цвет такой же переставивший другой, здесь таблички нету. Трубки, выводы все целые. Дальше здесь даже задние трубки все целые. Что здесь? Мост, коробка, ВОМ, лягушка, даже крышка родная стоит, кабина подгнившая, но вот эта сторона нормально. Заднее колесо более-менее. Но диск вот, конечно, диск мертвый, не знаю. Сейчас попробуем, поговорим. Да, этот трактор был выставлен на Авито за 125. С хозяином договорились за 110. Ну, сейчас посмотрим, еще покажу, что. Ну, второй диск тоже варен, но он задний. Проводка вся целая. Давление держит тройку. Руль нормальный. Кабина вся. Облицовка панели в сборе. Там вот херовенькие места, сзади подгнивший, сгнивший. Вон здесь еще вареная она. Это дверь. Как всегда, это дверь. Кабина стартерная, прямая, со стеклом. Сзади блокировка. То ли ремонтировавшая, то ли собрана заново. Крышку надо посмотреть. Так, здесь блокировки идет, трубки все на месте и стартер. Так что как-то вот так. Заводской. Единственное, что мы, мне кажется, насос меняли. Оп, колесо надо поменять.